Место вырезать будешь? Не. Так, погнуться сюда погнуть, я тебя спрошу. А почему ты это ешь? Громко и ясно говорит. Я ее не люблю. Я ее не люблю. А что слово «люблю» означает? Рыбу ты не любишь. А какую ты рыбу вообще в жизни ел? Назови. Ну, карасей, красную рыбу. Икру. Ну, да, это... Это ты все не любишь? Ну, это я ел. Это ты ешь. Оказывается, ты не рыбу любишь, а это селедка очень жирная, свежая. И вот я раздаю всем нарезанные кусочки, сварили, а ты не ешь, не люблю. Надо точно узнать причину, какая. У тебя что, несварение с желудка или что? Нет. Нормально. А мясо ешь? Не всегда. Мясо, да, ешь. А свинину? А ты ее видел хоть? А почему не ешь? Объясняй, что. Ну, мусульмане не ест, потому что запрещено. Евреи не ест, потому что запрещено. Потому что копыта раздвоена, а жвачки нету. Ну, ты можешь отмечать, ты не просто головой крутить-то. Таким дундуком ты вырастешь, ничего не можешь объяснить. Мы вчера с ним, представь, 5, 6, 7 прудов прошли. Прошли только в одном конце, один отрожек 400 метров. Да, брат, уже километр. И все это махать сожжение, все записали. Зачем нам это нужно? Скажи, зачем мы это делали? Чтобы, никто не заставлял. Чтобы измерить площадь. Ну почему никто этого до нас не делал? И после нас никто не будет делать. Вот здесь и человек проявляется. Что за этим есть? А у нас есть пруд. Какой больше? Какой меньше? Какой глубже? Где рыбу разводить? Ученые это все исследуют. Заболел человек. Заболел, а потом потерялась ориентация, вот так он стоит. И что, энцефалит? А откуда он энцефалит? Дальше исследуют. Оказывается, энцефалит был на собаках. Проверили, а у собак-то где он взялся? Откуда? Дошли до зверька, он как маленький зайчик, длинные ноги задние, тарбаган. Из Монголии. Он куда пошло все это дело? Это перекрыть это все. Ты понимаешь, как люди с каким трудом достают свежие данные? А мы не знаем, кому-то может это потребуется. Вот здесь в этом месте мы были, ну не это дом, там у меня. Я когда-то прочитал английские Библии, там подсчет был. Это в 62-м году еще. Еще твоей бабушки, говорит, не было. И вот там написано было столько-то глав, столько стихов, столько слов, столько букв. Я нигде у русских так и не нашел. А мне хотелось узнать. Если, говорит, ни одна черта иота не уйдет, нужно знать, сколько черточек, чтобы проверить, потерялись или нет-то. Ну как узнать-то? Вот пошли мы на ягодами. Я говорю, поднимите кружки, вот эти кружки. Ты ходила, поднимали вот так? Да. Считали. Обратно идти, двух кружек нету. Где он? Как брал, отошел назад. И нашли кружки. А если бы не считал, как узнал? А у меня не было. Он обманывает, он не помнит. Ну, это дети манкуртов. Здесь точно так же. И что делать? Я сел за подсчет. Тем более техника позволяет. А дальше нужен калькулятор. Я пригласил еще двух человек. Девушки. И они у меня сидели, подбивали общий итог. И сейчас в интернете выставлены данные. Данные, мной добытые. Сколько глав в Библии, сколько стихов в Библии. В каждой книге 77. Сколько слов и сколько букв. А теперь во всей Библии сколько черт и сколько йод. Притом в канонических, не канонических, во всем, в Новом Завете ветром. Все отдельно, целый график составленный. Мне это надо? Так это маленькая работа. Маленькая. Иван Петрович Панин, профессор математики, он стал смотреть в оригинале Библии, как написано. У каждого буквы, у каждой буквы, там есть значение. Вот если у меня вот, посмотрите, старинные лежат книги, там нет буквы, цифры 1, 2, 3, а там А, Б, Г, Д, это, Т, это 4, ну на 9 такая клюка нарисована. Это уже не буква, это цифра. Цифра. Вот 10 тысяч нам, 10 надо 1 написать, 0,
а потом еще три ноля. А тут-то буква А, и вокруг нее за петушками больше ничего нету. Мы говорим, и тьма агентствует тебя. Что означает тьма? Тьма это много или это темнота? Это означает 10 тысяч. А сколько вас там бесов? Легион. А легион 100 тысяч. Это цифры знают. Ты же не знаешь ничего тоже этого. Написано, в одном человеке 100 тысяч демонов жило. Легион. Но мы не знаем, слово легион имеет значение как воинская единица, это полк, 2000 человек, римская когорта. Но не знаю я, как, что имеется в виду. И говорит, взял он на него у самого царя, когда убил его, его венец, и в нем было там талант золота. Талант. Что талант означает? Сколько? Я долго искал, нашел греческая единица, 26,2 килограмма. А какая-то отеческая в Африке 44 килограмма. 44 это большой мешок. Это что, на голове сидел и вертухался? Тоже непонятно. А это так и нужно. Так вообще можно дойти, ничего не нужно. Ты еретик, переходи к нам, как старообрядцы. Старообрядцам вообще ничего не нужно. Ни Библию переводить, ни картины рисовать, ни музыку. У них ничего этого нету. Нету. И все, главное длинное богослужение создать. И все еретики. Ты не ешь, потому что тебе эта рыба кажется невкусной, или как я понял, так? Ну да. Это скумбрия. Скумбрия. Угу. Вот, очень жирная, хорошая рыба. И ты что-то другое ждешь тогда. А вот в армии, в монастыре, в тюрьме, там никто тебя не будет спрашивать, где есть дисциплина. Подали? Жри, что дали. А я не буду, ничего больше не получишь. И никто с ним разговаривать не будет нигде, потому в монастыре там общее блюдо налили вместе со всеми. Я гляжу, один монах там считает, а уже звоночек ударил, из-за стола выходить. Ну, у нас ложкой я бью. Уже выходить надо. А он допивает, а другой его по спине похлопал вот так, говорит, поставь на место. Уже вылазить пора. Ни слова не говоря. То есть тебе будет трудно вот этой капризностью покрывать свои недостатки. Тебя сразу высчитают. Дали, хорошая рыба, хорошая. Она была какая надо, надо, все в магазине купленное. Сегодняшний день ты будешь ее есть. Есть. Не выбирать. У тебя еще желудок работает, а ты не хочу, не нравится. Что это за такое? Я, например, слово «не нравится» вообще не знаю. Как это? Как вот одна пишет, женщина, она в детском возрасте еще захватила войну. Ну, детская там, второй, третий класс. Как они работали на полях. Я работал. Вот такой пацаненок, и вот осот, все, он колючий, кровь течет по рукам. Я рядом с учительницей был, жара какая, не знаю, пить давали или нет. Тогда не было это протравливать поля-то, экологически чистое все было. И я не нравится или мы вообще этого не знали. Надо. И она говорит, мы жили, когда главное слово было надо, все. Надо. Другого ничего не будет. Хорошо понял? Не то, что у меня рыба лишняя, а я тебя избавить хочу от глупостей. Ты скажи, сейчас вот мы сделали зелень. Я могу сделать, но не просят тут, я не стал делать. Галина, привет, Александровна Загуляева. А я не хочу. У нас были такие, ну не зелень делали, а лук, перышки. На стол положили, вот такая вот деваха. А я не хочу. Что значит не хочу? Это необходимо? А она не хочет. Нет, я раз не дал, другой она орать. Бабка приехала, мать приехала тут, сидят рядом. Ниночка, ну съешь, не хочу. Я говорю, не уговаривайте, она не будет ничего есть у меня да, с понедельника до субботы. Она будет грызть, она будет желать это дело-то. Все, она подтянула, давай пожевала, давайте первое. Вы что потворствуете детям? Дети это не игрушки, это не обезьянки, это учителя наши. Мы на них учимся. Сказал вчера, без кармана все кончилось. Ни за стол, ни в церковь, никуда не будет. Без кармана ходите. Как можно себя так поставить, так унизить, что у тебя нет кармана? Вот смотри. Вот встань, у тебя сколько карманов сейчас? Два. А? Два. Два. Покажи, где. Гляди, глубина кармана какая, гляди. Где он, это карман? Это карман, да? Да. Так, и это? Тоже. Ну, маленько хотя бы. Ну, маленько держится, да. А когда пошла в церковь, ни одного нету. Посмотри, у нее на верху два кармана. У тебя сколько? Нету. Нету? Ну, и нету, зачем? А голодыши? И даже нужды никакой нету.
А куда стоплю? Раз, обтер или об забор, или что? Ни глаза потереть, ни нос. А нет. А тебе твоя душа не подсказывает, что ты неправильный? Ну смотри, сколько карманов? Сколько? Четыре. Два. Шесть. Два. Шесть. Теперь смотри. Вот. А здесь вот еще два. Вот они сбоку. Вот он карман. Один, два. Здесь точно так же. Это военная техника. Четыре кармана рядом. Это не все, еще сзади два. А зачем? Он весь обвешанный нужен. Тут нужны патроны, тут нужно то другое, то третье где-то. Я смотрю, Сталин всегда у него здесь. Мао Цзэдун был. Так вот его карманы. Здесь огромные карманы. Это не списки расстрельные. Просто необходимо куда-то руку положить. Тебе паспорт некуда положить. Карандаш некуда. Только глазами будешь вот так вот смотреть. Больше ничего не будет. И главное, вы этого не понимаете. Ты живешь, думаешь, живешь нормально. А чем ты отличаешься от коровы? От собаки. У тебя тоже кармана нету. Так еще есть кенгуру, у нее карман. Ребенок там растет. Сумчатый называется, сумка. Если был волк сумчатый, его, говорят, истребили. Ты понимаешь по-русски, что я говорю? Да. А почему кармана у тебя нету? Нету. Нету, без ответа мнения, почему? А нету. Это твоя цена такая, нуль. Тебе ничего нельзя доверить, ни бумажку, ни карандаш, а тебе нету, ты ничего не записываешь. К нам приезжают многие. И за все годы было только два настоящих журналиста-писателя. Идем дорогой, он магнитофон около меня держит. И вопрос задает, и, на морозе, там 40 градусов мороза, он застыл. А я говорю в это время уже, остановись на меня. Я остановился. Макаров Сергей Сергеевич. Он 10 лет был там, работал корреспондентом «Комсомольской правды». Садись. А идем к тюрьме, поднимаемся. Ты сейчас что сказал-то? А он почти ровесник. Старик, ты что сказал? Я говорю, я не знаю. Стой не с места, пока не вспомнишь, что ты важное сказал. На морозе. Он уже карандаш схватил, теперь записывает. Из Москвы. Он каждое слово записывает. Его материалы, да слова Божьего нету у меня в книге, там три статьи большие есть. А тебе что может отстаться? Как бабочка пролетела, пыльца осела, ничего нигде нету. И ты этого не понимаешь? Ты гербарий хоть не делала? Нет. Нет, а зачем гербарий-то? Туда его и съела, и все. Один, я говорю, гербарий какой-то, там бабочек отдельно, там стрекозы, бывает интересно, деревья, растения. Вы живете в такое время, когда везде все красочно. В наше время ни одной книжки не было раскрашено. Тогда то ли не было техники. И я гербарий делал. Никто не учил. Вот потеряю, и тут вот я и жил. Вот наш дом был вот где, вот рядом дом. И работаю где-то по лесу, там щищи собирают. Я нашел где-то новый. Я вот сразу раз, давай приду, я его засушу, у меня есть. А брат рядом, он не нуждался. Это в человеке заложено. Вот я здесь я как-то приехал, уже потеряю построили. Вечером вышел. Угу! Угу! Я зашел. Таких пищек у нас нету. Это знаете? Это или филин кричит, или есть такая маленькая птичка, под сову играет воробьиный сыщик. Я вышел так, а он на дереве сидит там где-то. Я его вижу. Я стал обходить, а тут луна. И я его увидал. Он маленький с воробья. Он залазил в скворящик и воробья. Убивает, скворца убивает. Он хищник. Я его к утру уже поймал. К утру я его уже поймал. Как бы я поймать, как бы я его не знал? Я знал с 5 лет этих птиц. Кто они такие? Утром я пошел, всем показал деревню. У него ушки такие, голова большая. А сам маленький. Ну, воробей настоящий. Теперь редкая птица. Как он залетел, не знаю. Где он? Примерно я узнал Кулунду. Не поленились, пошли к поезду, в коробочке посадили и отдали проводнику, когда доедешь до Кулунды, там его выпусти. А ты никогда ничем не будешь заниматься, ничем, поэтому все время сонное. Поют песнопение, а у меня голоса нету. Отмечать нету. Пришить карман, тряпки нету, ничего нету. Весь мир должен тебя обслуживать, пришивать. За стол больше без кармана не сядешь. Хорошо поняла? Да. Ты должна была раньше понять. Я тебя к жизни готовлю. Ты не на меня не смотри, как Ленин на буржуазию. Смотри, нормально, я тебе желаю доброго. Ты хорошо поняла?
Если этого у тебя нет, то ты ничем не интересуешься. Вот вы привыкли, как есть, ложка вот так. А вот вы в этот дом пойдете в стену, у них дед делал так, вот это вот отпиливал его, а потом приваривал. И вот это вот привернуто вот в этом положении, чтобы руку не шевелить, вот давать. Вот это поворачиваем. И дети так и едят. Ложка вот эта, ну, отломите ее вот сюда вот, чтобы поворот был. Я посмотрел, интересно, нигде больше такого не видал. Люди по-своему интересные. По-своему, один одним интересуется, другой придумал, какой цвет. Здесь кровь красным надо сделать, кровь Иисуса Христа. Теперь желтый, желтый, не белый, а желтый именно цвет. И черный очень контрастирует. Да, бывает так, кофточка у девушки желтая, а юбка черная, очень контрастно. Это все перенимают. И человек думал, как это написать, как это сделать, какого размера. Это все кто-то думал. А на обратной стороне, там только там что-то содрал, приклеил, и все. Вот вы были на первом мостике, камни не укладывали, носили это. А вы видели, с которых я фотографировал завес, там это оградка такая идет. И она синяя, красно-синяя-белая, красно-синяя-белая. И она в прошлом году была, красного не было, такой розовенькая. И она выставила все. У меня задача теперь найти красную краску. Красную-красную. И покрасить. Синий еще держится. Но как сделать, чтобы она не выгорала? Как сделать, чтобы ее не размывало? Что сделать? Там такая жертва идет, и на ней так есть, и на другой. Деревенские ездят, никому не надо. Я сразу заметил, многое с дождем ушло. Сейчас звоню, батюшка, а ты где? Да в Барнауле. Да я знаю, что ты не в Нью-Йорке. А где конкретно? Да я на Новом базаре. Знаешь, купи мне баночку, там грамм 300 или сколько, красную-красную, как люминесцентные на дорогах бывают. Ну вот, я говорю, привези, и все на этом. А он вечером звонит и говорит, как ты позвонил-то? Я гляжу, передо мной магазин, я зашел, такая именно краска стоит. Понятно? То есть он все приготавливает, то она пошла где. Хозяйка, ее трогать нельзя. Не собака хозяйка в комнате. Хозяйка во дворе собака, она здесь. Мыши там лазят, и она там может поймать. Вот так. Ее можно одобрить. Она молодец, хорошо пришла. Да куда она пришла, рыжая легла. Да она знает, что хозяйка такая. И легла, все. То есть это одобрить. А ты пройдешь мимо, ничего не поймешь даже. Вы уже прожили свою жизнь, не начав ее. Вы неинтересны. С вами не о чем разговаривать. И с вами, который будет знакомиться, он будет интересоваться только самым низменным. А ты ничего не можешь сказать. Разговор поддержать не можешь. И все поймут, пустышка. Пустышка. Готовить надо, ничего не можешь. Стоит у батареи, что яичницу разогревать. День до 2-3, да, коленом под задницу уже летело. Он другую найдет, которая готовит. Ты внимательно приглядывайся, ты находишься в том месте, где заботятся о вас. Вчера в ролик выходит ролик наш, там много, 11 300 наших роликов на нашем ютубе. И там Володя, как раз это было 16 июля 16 года. Он на кухне, где там готовят. И маленькие девчонки у меня были, две такие двойняшки. А третья... Я не знаю, кажется, одна Маша. Как ее звать маленькая? Это... Соня. А? Соня еще. Соня? Соня. И Маша, да? Маша. Вот эти двойняшки. А сестренка побольше. И он там им тесто сделал, и они туда в большую туда залазят. Но кого вытащить-то не может. Отрывает, а тут стоят формы. И они в нее там кладут, а здесь все у них в тесте. Кто-то подошел. А Володя командует ими. Ты вот так сделай-то, так. Волосы у одной выбились. Какая-то девушка за волосы подбери, чтобы ничего не было. Никита, видно, снимает-то. И убирает. Интересный ролик? Ну, конечно, интересно. Представляете, маленькие девчонки, печь показана, пылает. И они, как вот ты здесь, ну, братом, форма. Ну, она вот такая. Они в школу-то еще не ходят же. Нет. Нет. Ну, крохотульки где-то. И она там в тесте-то увязла, ее вытаскивать свое надо. И оторвала, наконец, тянет, а тесто, ну, интересно где-то. И вот на этот ролик натолкнулся какой-то, как бы мужчина-то. Он Володю ругает самыми последними словами, материт. За что? Ничего, посмотри. Даже на фоне вот этого маленького события, как он учит девочек быть хозяйками. Он никто.
И он вот в этом свете, он увидел, он никто, он просто никакой не состоявшийся. И он на него нападает, на Володю нападает. Другие там его то святым назовут, то ну там хорошее. А это, ну такой интересный ролик, правда. Я его взял отдельно, вынес даже. Интересно. И ругает, почем свет. Я стер его, заблокировал, но там, где он вышел, там никто не видит. Но там я не могу стереть. Что он сделал, Володя, не так? Он ничего не может ответить. Он не так делает. А как надо? Вы педофил. Какой? В подлинном смысле педо это означает ребенок или любить. То есть он любит детей в подлинном смысле. А его оскотинили это слово. Мерзавцы, садомиты, зоофилы. А вот здесь у нас как раз и работает. Днем один снимает. Педофил. Понимаете? Сказать еще нет. Это тоже, который тот вылез в Манкурт, он тоже где-то жил, питался, ходил в баню, а там ничего нет, одна мерзость. Он жизнь отжил. Этот ролик, он возвышает человека, показывает, вот какие маленькие девочки. И они уже заботятся, и они азартно так это делают. Одна вытаскивает, другая, то место ей дай куда. Это советует маловато добавить надо, она опять туда, здесь гляжу, рука, все в кисти. Ну, Мария говорит, или Акулина говорит, пироги печет, все ворота в кисти. Ворота в кисти. Такая она Акулина, аккуратная. Вот так. Вы на все смотрите глазами того, что за этим что-то скрыто. Вот я поговорил с ним, говорю, день, два, три он не ест, неделю он не ест. Я решил узнать по порядку, не ест какую, нет, он рыбу там, которая красная ест, икру ест. Он выбирает, когда у него ничего нету. 9-й год они у меня в гостях совершенно ничего не привозят, у них нету. И я согласен, и проще. Так он еще здесь начинает кочевряжиться. Я ем как хозяин, ну а он нет, он не будет есть, он что будет есть такой, какая-то скумбрия. Ты ему подавай там лосося, или что там, какие есть, тайменья поймай, с севера привези, океанскую сельдь. Он может маленько отпробует, как Сталину специально привозили на самолете поесть. Ты хорошо понял? Это делать не надо. Капризник, ты никогда не угодишь. Никому, и тебе никто не угодит. Я знаю, у меня очень близкий знакомый был, жена говорит, ни разу не угодила. Верующие едут в поезде, сели в поезд. Ну, а ты хлеб-то взяла? Она говорит, взяла. Она думает, что он дальше будет говорить? А сколько? Она говорит, тут надо, если я взяла много, мы его мало едим, у нас он пропадет. Если мало, значит, надо на дороге выбегать. Что я должна сказать-то? Я спрашиваю, хлеба много взяла, нету? Какой вариант лучше, я думаю, говорит, в это время. Если скажу мало, то я могу сейчас бегать, пошлют, купить. А если много, тогда он будет всю дорогу тащить. Так и есть. Я ответил, пол кирпича. Тогда кирпичи были, хлеб. Вот как вы печете-то. И он меня начал так, как она подготовилась к этому. Ты что думаешь, на каждой остановке бегать? Ты скажи мне, Лена, я сейчас купить полную кирпич-то купить. Он не говорит. Потому что ему нужно, чтобы у него бурлила деятельность. И если сказать, ну купи там два, они отъедут, говно сразу. Покупайте три кирпича, у меня ответ один. Почему? Сейчас разрежем, подсушим, ходить не будем. У меня все четко, у него этого нет. Ему надо засыпиться и подпитать того червяка, который брызжет. Притом человек хороший, не сужу. Это реально как? Так нельзя. И она мне говорит, вот я сейчас пошла, я говорю, ну сколько? Сама знаешь. Ну не знаю, девочка, скажи. Много. Кирпич взять или два, или половина. Отвернулся. То есть ему нужна подпитка. Так какая же это вера? Ты четко, ясно ей скажи. Ну нет, так мы где-то там купим. Я вот когда жил здесь, я покупал сразу 16-20 кирпичей. Зимой. Чтобы больше не ходить, дальше их разрежу, подсушу. Мы так приучены были, чтобы лишнее время не тратить. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты все везде поступай куда. Смотри, вот у тебя листики есть. Почему их не убрал? Твоя баба не убрала. Вот у меня листики есть, я его вытащил. Вот он отдельно. У меня нету. Вот у тебя нет. Дядя Володя, минус. Тебе легче это вытащить.
Там бумага мне разбросана, я не знаю, чья это я роняюсь. Но я прошу меня тут пощадить, кошки даю. Это тоже кошки. Мне это очень интересно, с кошкой заниматься. Ну все, выходим из-за стола. Надежда, ты дала вам тряпки на карман? Еще нет. А вы ходили к ней? Нет, мы сразу сюда кушать готовиться. Отсюда мы пойдем. Пришел в ящик с какими-то совсем. Я думаю, не раскрывать, пока дети не приедут. Потом откроем вместе. Там обувь, еще что-то. Как? Кто-то прислал и не сказал, что я не хочу это. Вот так вот есть. Господи Боже наш, слава тебе. Боже, всемогущий, хвала тебе. Воздай милость тебе всем заботящимся о нас. И укроти, Господи, недовольство Максима. Дай ему веру евангельскую, страх твой святой. Не дай ему погибнуть в этом ожесточении. Сокрой нас, Господи, под десницей Твоею. Не по делам нашим поступай, но по милосердию. Услыши молитвы всех молящихся о нас. И сохрани наше строение для славы Твоего имени. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Спаси, Христос. Слава спаси, Христос. Спаси, Христос. Спаси, Христос. Спаси, Христос. Так, что-то я нужен где-то? Нет, здесь.